Здравствуйте, компания Прогресс Авто. Краткий обзор мини-трактора Kubota Astia A19. Такой вот тракторочек пришел к нам. Фронтальная установка, кабинка, полукабинка, если можно ее так назвать, без дверей, к сожалению. Оригинальная кубботовская, даже с ветровичками, и фреза в комплекте. Начнем, как обычно, мы, конечно же, с шин. Шина задняя правая. Думаю, видно, что состояние отличное. Никаких нареканий по износу, по растрескиваниям и подобным вещам нет. Шина правая, передняя. Все так же отлично, износ минимальный. Растрескиваний, трещин не наблюдается. Ковшичек весьма хоть и небольшой, но тем не менее 300 кг. Трактор легко в него умещает и поднимает. Левая передняя шина. Состояние также отличное. И шина левая задняя. Аналогично остальным шинам в тракторе. Думаю, видно, что износ весьма небольшой. Сразу покажу трехточку. Здесь у нас дополнительная гидрорегулировка наклона горизонтального есть. Фреза комплектная с трактором 1,5 метра. Состояние ножей. Отлично видно, что ножей остаток еще большой. По левой стороне трактора, естественно, также комплектен, цел. Никаких к нему замечаний нет. Внутри, так сказать, полукабина у нас здесь, как и обычно. Коробка переключения передач, основная, вал отбора мощности. Реверс вал отбора мощности здесь у нас представлен. Раздатка у нас находится справа от водителя. И регулировка положения фрезы также справа. Здесь же у нас дополнительные регулировки по фрезе, по навесному устройству. Снизу у нас только кран гидравлики и блокировка заднего моста. У нас отключаемый полный привод. И, в принципе, все остальное, как и обычно, во всех тракторах. Наработка 526 моточасов, как видно. И, собственно, состояние трактора полностью это подтверждает, потому что краска везде родная и, ну, видно, что состояние прямо хорошее. Шины также целые. Поэтому вот такой вот тракторочек к нам пришел. Все гидролинии у него, естественно, сухие, все оригинальное, все целенькое. Гидроспред хорошо себя чувствует. Поэтому приезжайте. Будем рады показать этот трактор. Все, естественно, рассказать, запустить и дать на нем прокатиться. Поэтому всего доброго, компания Прогресс Авто.